я зачитаю вам вопрос, нажму вот эту волшебную кнопку, для того, чтобы система вот так вот противно запищала. Этот противный сигнал означает, что можно давить на кнопку и давать правильную версию. Правила брейн-ринга просты. 4 эрудита, 2 команды и 1 красная кнопка. Быстрота ума и скорость реакции – залог успеха. Чтобы играть в брейн-ринг, я думаю, нужно быть разносторонним человеком и знать практически все сферы. Ну, как готовились? Между собой вопросики спрашивали. Да и так просто читали немного информации. Команда Самарского энергетического колледжа – опытные соперники. Энерго, ваш ответ? Пчелы. Пчелы, и это 3-1 побеждает команда Энерго. Молодцы, хорошее начало. Формат брейн-ринга в Самаре любим уже не один десяток лет. Ко Дню народного единства Общероссийский народный фронт организовал тематическую игру. Те вопросы, которые сегодня подготовили специально вот к нашему сегодняшнему мероприятию, ну, надеюсь, будет интересно для ребят. Здесь касается и национальности, здесь есть вопросы, касающиеся народов России, каких-то историй народов России. Историю государства российского студенты знают, пожалуй, на 5 с минусом, но теперь обещают знания подтянуть. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.